что сейчас идет такой сильный ажиотаж вот в соцсетях. Этот же WhatsApp, этот же Instagram, да, пересылают картинки похищенных якобы детей, якобы, которые не возвратились домой и, возможно, их украли. Опять-таки идет картинка с тремя, ну, фотороботами, которые, возможно, имеют причастность к этому похищению. Но мы можем на сегодняшний день, вот от имени городдела могу сказать, у нас в Хасавюртовском городском отделе зарегистрированных таких фактов нет. Никто, ни один житель не обратился с заявлением о том, что у него похищен ребенок или пропал ребенок. Мы понимаем волнение родителей, да, мы сами тоже, у нас самих тоже есть дети. Просто хотим обратиться, чтобы не поддавались этой всеобщей панике, были просто бдительны, но таких фактов нет.